Регистратуры больше не будет. В поликлиниках Московской области с 1 сентября упраздняют это подразделение. Вместо этого все учреждения оборудуют специальными инфоматами. Делается это с целью оптимизации работы поликлиник. Накануне подмосковные чиновники посетили ЛРБ номер 2, чтобы на собственном примере выяснить, как будет работать новая система записи к врачам. Здравствуйте, мне нужно записаться на прием, помогите, пожалуйста. Чтобы записаться на прием, мы нажимаем «Записаться на прием» к врачу-специалисту. Теперь мы прикладываем штрих-кодом полис. И у нас получается, вот, к какому врачу вы хотели бы записаться? К какой специальности? Ну, допустим, стоматология. Екатерина Корнеева, дежурный администратор ЛРБ номер 2, на «ты» с инфоматом, потомком регистратуры. С его помощью девушка за минуту записывает всех желающих к любому врачу. Вот, пожалуйста, ваш талончик, пойдете лечить зуб. Спасибо. Такие инфоматы установлены по всей Московской области. Рядом с каждым дежурит администратор, который поможет решить любой вопрос в рамках записи к врачу. Да, нет, уже не первый раз. Очень все устраивает. Все очень хорошо. Никаких проблем? Да нет, никаких, в общем-то, и тем более помогает. В Люберцах в тестовом режиме инфоматы функционируют уже 4-й год, но с 1 сентября их применение станет обязательным. Эта новая система позволит нам выйти на новый качественный уровень обслуживания пациентов в наших поликлиниках. Без грубости, без очередей и в максимально удобные временные промежутки для наших граждан. Кроме записи через инфомат, попасть к врачу можно будет, воспользовавшись порталом государственных услуг или позвонив по единому бесплатному номеру. Последний способ лично проверил Андрей Голубев, председатель комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Московской областной думы во время рабочего визита. Здравствуйте. Я бы вот хотел записаться на прием к терапевту у себя в поликлинике в Кашире. Голубев Андрей Алексеевич. Сейчас по области работают 60 телефонных линий. В скором времени их количество планируется увеличить до 200. Среднее время ожидания 2 минуты. Планируется, что эти нововведения оптимизируют работу поликлиники, сделают комфортным пребывание в ней пациентов и сократят время на запись к врачу. То, что на сегодняшний день правительством Московской области и Минздравом организована именно электронная запись в поликлинику к врачам, это большой, большой плюс. Потому что вы видите, сегодня нет этих длинных очередей, когда в ручном режиме выдавали талоны. Сегодня у человека расширились возможности. С одной стороны, возможности действительно расширились, а с другой появились страхи. В основном у пенсионеров, которые не умеют пользоваться компьютерами. Им проще записаться к врачу по старинке через регистратуру. Мы на базе Совета ветеранов будем активизировать эту работу, будем помогать пожилым людям осваивать интернет и за электронную запись к врачам. Поэтому было дано поручение заведующим всех поликлиник провести такие встречи на местах. В Подмосковье регистратура исчезнет с 1 сентября. На сегодняшний день полностью обеспечены инфоматами все филиалы ЛРБ номер 2 и детские поликлиники. Чиновники говорят, что городской округ Люберцы является лидером по внедрению новой системы записи к врачу. Мария Лапчева, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Вы смотрите ЛРТ, а я Яна Яковлева. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых интересных и актуальных новостей.